думаю, многие узнали в данном кавере известной песни «Джамайка», которую пел в свое время и Робертино Лоретти. Творчество группы «Марк Шейдер Кунст». Да-да-да, это они, образованные в 92 году студентами Марк Шейдерами в Санкт-Петербурге. Сначала они отдавали предпочтение в своем творчестве стилю жесткого рокобили, но затем в творчество группы стали все отчетливее проявляться элементы блюза, а позже латино, ямайкские и этнические мотивы. И данная композиция из позднего периода группы дает нам свидетельство того, что группа овладела стилем латино на ура. А сейчас я хотел поприветствовать олдскульных фанатов нашего логова и включить им такой трек, который помнят действительно старые фанаты. Thank you.
Так, ну что, я думаю, творца этого трека представлять никому не надо было. Все узнали Дельфина, наша любовь, любовь нашей юности. В последнее время что-то не слышно от него вестей на музыкальном поле. Видимо, человек либо в глубоком творчестве, либо занялся своей повседневной жизнью, семьей. Надо будет узнать в следующих передачах, я обещаю вам узнать о его нынешнем творчестве и, возможно, поведать. Продолжим нашу передачу, а также посмотрим последние новости с пустошей. Итак, что у нас? На первом месте новость о том, что сгорел водный чип в Ауте 13, и выживший выбрался на поверхность. Так, он уже добрался до Джанктауна, прошел несколько квестов, будем следить за ним. Так. Солнце палит в левый глаз. Что же это значит? А это означает, что нас идет поприветствовать отец американской соул-музыки Джеймс Браун с его незабываемым хитом, поднимающим настроение в этот весенний день. Ну что ж, вперед! Итак. Продолжаем наш музыкальный час, наши музыкальные новости с пустошей. Французским музыкальным электронным дуэтом, образованным в 93 году Томасом Бенгальте и Гимануэлем Деомером Кристо. Кто же сможет угадать название этого дуэта? Я думаю, вряд ли, потому что все мы привыкли и знаем этот дуэт под его известным названием. Итак, не буду его произносить в эфире, потому что вы все с первых нот услышите и угадаете его. Итак, поехали. Thank you.
В эфире повышенный уровень радиации влияет на аппаратуру. Сейчас попробуем заэкранировать наше оборудование. Так. Все бывает, эфир радиационный, поэтому примите меры. Предлагаю вам испить всем такой напиток на чашку воды 30 капель йода при первых признаках взрывов радиоактивных ракет. Ракеты прилетят, вы не сомневайтесь. Не больше 30 капель на кружку, потому что если больше 30 капель йода будет на кружку, у вас, возможно, поднимется температура и начнутся рвотные рефлексы проявлять себя. Серега, загнул вечер за подмосковных шкур. Вечер подмосковных шкур близится. Наше оборудование шалит, традиционный шторм накрыл нашу радиорубку. Ничего, не волнуйтесь. Самые опытные борт-инженеры работают над устранением неполадок. Вы видите, пиндосовский iPhone продолжает работать, ему хоть бы хны. Да. Включай, где-то собака порылась. Следующий трек. Не заставит себя ждать. Но, ребяточки, сейчас будет полный шатдаун. После него мы вернемся. Дождитесь нас в эфире. Посмотрите, это делать, сколько стоит, когда в пару-тройку флагов на байдарке. Ну, Серега задача. Кто у нас? У меня флаг есть, вот флаг. Ну, у тебя какой? Вот хорошо, да. Если бы в подмосковную шкуру. Я сделал бы, пожалуйста.
тоже летаешь. Ну, сейчас горы летел, пожалуйста. Приносим свои извинения за технические неполадки в эфире. Мы продолжаем программу «Подмосковные шкуры» Сергея Куки. Воскресный день. Так, друзья, я с вами. Возвращаюсь в эфир. Вот так вот. Отлично. И продолжим мы наш эфир, я думаю, веселым боевиком от шведских панкеров, гаражников. Итак, продолжаем. Альбом Lex Chaos, насколько мне известно, это последняя их студийная работа. Rock'n'Roll жив. Come on.
Итак, это был трек уже очень известной группы под названием Data Rock. Это норвежские исполнители, основанные в 2000 году в Норвегии. Фредерик Сароя и Кевин Брейн. Затем состав неоднократно менялся, но в 2005 году они записали трек «Фа-фа-фа», с которым выступили на фестивале в Санкт-Петербурге «Стерео лето», приобрели очень большую известность у нас в стране. Значит, стили у этой группы очень перемешанные, то есть они объединяют в себя и дэнс-панк, и нью-рейв, и пост-панк, и электро-рок. Отличительные особенности живых выступлений – это неизменные атрибуты на выступлениях в виде красных спортивных костюмов, темных очков и сопровождения танцующего полупрофессионального мужского хора, одетого в том же стиле, делают эти выступления яркими и незабываемыми. А следующий участник нашего хит-парада «По волне моей памяти» не заставит себя ждать, вы все знаете его и все любите эти треки. Продолжаем. Джимми Роквай, альбом «Синхронизм», «Can It Hurt». Yeah.
Итак, давайте вернемся от этой солнечной музыки к реалиям жизни в наших радиоактивных пустошах. Хочу я задать вам вопрос. Вы знаете, что с появлением тепла и солнца из своих нор вылазят самые гнусные отморозки? Взял ли ты шутган себе на это лето? Хотел я задать вам вопрос, ребята. Оформляйте разрешение, берите пушки, потому что времена нынче серьезные. А продолжит нашу программу очень интересный трек, небольшая предыстория. Каждому увлекающемуся сноубордингом человеку имя Тревор Эндрю должно что-то говорить. Я вам немножко открою завесу тайны для тех, кто не увлекается сноубордингом. Это легендарный канадский сноубордист, который катался на двух олимпиадах за Канаду, а также был одним из первых, из пионеров команды Burton Global Team, обладателем многочисленных побед. Так вот, этот человек, этот райдер в 2004 году получил серьезную травму колена и не смог кататься почти весь оставшийся год. На какое-то время он пропал из поля зрения комментаторов, но к зиме 2005 года он появился вновь, причем он не только был полностью готов к катанию, но он был готов объявить миру о своем новом музыкальном проекте. За время своего сноубордического бездействия он сколотил группу под названием Trouble Andrew. Его музыку можно описать как сочетание электронного бита с легким скейтовым панком. Сам Тревор определяет этот стиль как кранк-рок. Итак, готовьтесь к новому треку. Возможно, это имя станет для вас не пустым звуком, и вы найдете в сети около 2-3 альбомов, микстейпы этого уникального автора. Итак, слушаем.